Ладно, пацандра, рассказываю теперь кринж сегодня. Я сегодня прихожу к маме на работу. Что бы вы думали, мы с Соней идем, и Соня говорит, зайдем к твоей маме на работу. Я думаю... Я говорю, Соня, ты же знаешь, что будет. Она говорит, что? Я говорю, ну кринж ебейший будет, блядь. Она говорит, да давай, ты же мамочку любишь, давай зайдем. Короче, заходим, мама такая... Это мой сынок. У него вчера было день рождения. Сынок, что тебе подарить на день рождения? Я говорю, мамочка, я хочу, короче, хромакей или беспроводную зарядку. Она говорит, что такое хромакей? Самое непонятное слово, давай тебе хромакей, сынок. Я говорю, ладно, мамочка. Она говорит, покажи, где купить хромакей. Я говорю, ну вот я на Яндекс.Маркете нашел. Она такая, ну заказывай. Я говорю, не, мам, ну типа, ты ж подарок даришь. Я говорю, хочу, чтобы ты заказала. Она такая, хорошо, сейчас закажу. Люда, Люда, я не понимаю, закажи, сейчас он тебе покажет, у него день рождения просто. Люда, покажи, как я занята сейчас, закажи, короче. Ну, короче, хромакей. Хромакей скоро приедет. Скоро приедет хромакейчик ко мне. Вот, потом я... В это время, оказывается, мамина сестра была. Вот. Подходит мамина сестра. Говорит, о, ты носишь очки? Я говорю, да нет, это, ну... Ну, мне Розаквиэль подвез очки. Я говорю, ну, это так вот, для комплюхтера там вся хуйня. Вот, она мне говорит... блядь, какой кринж, нахуй. Она мне говорит... Племянничек, ну, с финансами сейчас, как видишь, у всех не очень. Ты не против, если я тебе только 1000 рублей подарю? А я не хочу, блядь, вообще просто ничего не дари. Я говорю, ничего не надо. Она говорит, правда, но я бы хотела тебе сделать подарок. Короче, я пережил. Я пережил эту хуйню. И труханул с мамой самый дорогой подарок. Самый дорогой подарок с мамой труханул. Который только возможно... Не, ну может быть принтер, кстати, может подороже был. Я не знаю просто, сколько принтеры вообще стоят. Вот. Хромакей круче ли утки? Ну вот узнаем, когда... когда приедет. Когда хромак приедет. Фух. Вот сейчас рыганул прям реально сушеным мясом жестко.